Мужики, у меня скоро будет отпуск. Да ну! Антоха, че? У меня для тебя маленький подарочек. Да ты че? Бутылочка. Блин, да ты че, Володя? Да неудобно он заранее. Да я бы сам купил, ты че? Да я просто для своего две брал, вот одна осталась. Хорошая, в детьфе брал. Спасибо, спасибо большое. Че, мужики, кто в кассу крайне? Ну я. А че хотел? Да я отпускные хотел получить. Да ты че? Присаживайся. Пропустим. Отпусти ребята. Спасибо большое. Ну что, видел, видел? Видел, мужики. Давай, я разводку сделал. Вот график моего отпуска, пацаны. Какой маленький, какой хороший. Да ты что, ну какой маленький? 38 суток, да это богатырь. Да. Давай, отложи все и рассказывай. Что ты ходишь уже второй день сам не свой? У тебя отпуск-то вообще запланирован или как? Да, честно говоря, вообще не запланирован, случайно получилось. Просто на корпоративе с директором договорились и все. Понял. Я, честно говоря, переживаю, блин, ну первый отпуск, представляешь? Вообще не знаю, блин, идти не идти. Не переживай. Природа и так задумана. Раз в год мужик идет в отпуск. Ты посмотри на Володьку. Он уже три раза был. А один раз, между прочим, за свой счет. Ничего себе. Да? Я не знал. Староходящий? И вообще не парится. Я пойду. Конечно. Да что я? Не ты... мужик, что ли? Да. Ты главное знай, мы с тобой. Спасибо. Спасибо. Ну, давай. Я мужик. Я пойду, я отдохну нормально. Блин, перед отпуском столько покупок надо сделать. Башка просто вообще уже не вывозит. Просто бабки летят, мама не горюй. Да ты что, какие бабки? Ты пользуешься этим, как его? Смарти-сейл, сервис умных покупок. Ну и че я им буду пользоваться, такой смысл? Да ты че, там самые высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов. Да о них там не знает никто. Все друзья наши там, у них больше миллиона довольных покупателей. Да ты че, че и Колька что ли там? Все там! Нифига себе, а че, как туда попасть? Ну по ссылке. По какой ссылке? Ну под роликом. Под каким роликом? Ну где мы снимаем сейчас? Пошли, я покажу. Ну-ка, ну-ка. Вот, нифига себе, да. Вот это. Да, пацаны, да не надо было, вы чё? Да ну перестань, смотри, вот у меня еще футболочка есть, вообще не ношенная. Держи. Смотри, шортики, всего недельку ходил, тогда же отпуск сокращенный у меня был. Блин, да, спасибо. У меня вот тоже, смотри, шортики есть, жена купила, но погода была плохая, вообще не пригодились. Блин, держи. Ребят, спасибо большое, я верну потом все. Да ну перестань. Блин, спасибо. И давай, смотри еще, загранпаспорт оформляй заранее. Угу. У нас государство, знаешь же, какое? Сам о себе не подумаешь, никто о тебе не подумает. Так вот, поспадешь, отгулять не сможешь. Я сейчас сразу же в очередь запишусь. Да, правильно. Мужики, так? Помогайте, я не могу имя выбрать никак. Ну, блин, Таиланд или Байкал, а? Так ты чё, чё здесь думает? Если ты собрался, блядь, то езжай в Таиланд. А если Семён, ну Байкал. А, не-не, я, блядь, Таиланд, все, получается. Да? Все, значит, блин, у тебя Таиланд. Ну, спасибо, Таиланд, Таиланд. Таиланд. Так, Иванов, я не понял. А ты что, это пьяный? В смысле? У меня вообще-то отпуск, скоро я готовлюсь. Вообще-то ты мне его дал. Мы или ты забыл? Все, все, хорошо. Не смей мне так больше говорить. Козлина. Ну что ты, козлина, сказал? Ну что ты сказал? А давай, говорит, отпуск ты свой перенесешь. Ты не переживай, самое главное, не переживай. Иди в отпуск, как положено, по законодательству. Козлина, вообще, давай. Я ожидал от него. Да мы на него жалобу напишем, он будет еще тебе, блядь, 15 лет деньги платить. Коллективную? Да. Я пойду, это мой отпуск. Иди, мы тебя поддержим. Вообще. Да, ребят. Ты что делаешь? Ну это же вредно. Тебе об отпуске надо сейчас думать. Как ты будешь отдыхать с таким пузом? Давай сюда. На, покушай. Фух.